We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, dzień dobry. Welcome, everyone. Доброе утро. Приветствуем всех. Сегодняшняя сессия будет посвящена цифровому сотрудничеству на практике, а именно деятельности динамических коалиций. Именно о них мы будем говорить, как о примерах механизмов многостороннего сотрудничества в цифровом измерении. Сперва мы послушаем высказывания представителей динамических коалиций, которые будут говорить о том, каким образом их работа вносит вклад в дебаты по конкретным темам, которыми они занимаются. Во второй части нашей встречи мы проведем стратегическую дискуссию о том, как динамические коалиции могут поспособствовать более широкому цифровому сотрудничеству и как они могут усиливать работу EGF. Сможем также послушать выступлений знаменитых гостей, в том числе председателя Департамента по экономическим и общественным вопросам и посланника генерального секретаря по вопросам технологий. Будем помнить, что группа состоит из 17 членов, что это довольно много, но все-таки успеем присмотреться их деятельности. У нас для первой сессии 40 минут. Стоит подчеркнуть, что работа динамических коалиций необычно важная на форуме и IGF, но важна и с точки зрения вызовов, связанных с управлением интернетом, а также вызов, которые касаются нашего мира в целом. Мы должны помнить о том, что перед нами много вызовов. Мы сталкиваемся с глобальным кризисом здравоохранения, климатическими изменениями. Это особенно актуальная тема. О всем этом нам приходится разговаривать. Мы должны говорить о безопасности, о правах человека. В нашем обществе проходят изменения, характер которых весьма динамичен, а сотрудничество в цифровом плане, сотрудничество для безопасности необходимо более чем когда-либо раньше. Может быть, мы подумаем о том, как динамические коалиции могли бы помочь нам решить проблемы, связанные с деятельностью в цифровом измерении. Я сейчас предоставлю слово госпоже Татьяне Тропине, которая с нами соединяется через интернет. И тут мы используем гибридную модель, потому что многие выступающие сегодня будут с нами соединяться посредством интернета. И я предоставляю слово Татьяне. Давайте обсудим первое пространство деятельности динамических коалиций. Доброе утро. Спасибо, Жены, спасибо за предоставление мне голоса. Надеюсь, что эта сессия будет для всех очень интересной. Несколько вводных примечаний. Они касаются всех динамических коалиций. Представители этих коалиций будут высказываться как здесь, в Катовице, так и через интернет. И я очень прошу, чтобы все умещались во временные рамки, которые составляют 3 минуты. Пожалуйста, не выходите за эти рамки, потому что у нас нет времени, и мы не должны превышать 4 минут на участника. Как я сказала, Дженнифер, мы будем обсуждать очень актуальные вопросы, вопросы, которые требуют многостороннего сотрудничества. В том числе они требуют вовлеченности динамических коалиций. И мы знаем, что эти динамические коалиции делают очень многое в плане этих важных вопросов. Первым из них является вопрос пола и равенства полов. И здесь я обращаюсь к представителю одной из динамических коалиций, которые занимаются этим вопросом. Пожалуйста,
Выскажитесь к вопросу равенства прав в цифровом измерении, к социальному неравенству, а также к неравенству по половым признакам. Каким образом мы можем позаботиться о том, чтобы все создаваемые в цифровом пространстве политики учитывали именно вопросы пола и гарантировали равенство полов? Предоставляю вам слово. К сожалению, кажется, что мы не соединились с представителем этой динамической коалиции. Есть ли, может, с нами другой представитель этой же коалиции, который хотел бы высказаться по этому вопросу? Говорим о динамической коалиции по равенству полов. Если представителей этой коалиции нет, то, может быть, мы этот вопрос отложим и вернемся к нему, и я с удовольствием предоставлю этой коалиции слово. А теперь перейдем к динамической коалиции, которая занимается публичным всеобщим доступом к библиотекам. Из поданных нам отчетов мы узнаем, что ваша деятельность необычно важна в контексте, в том числе, кризиса, с которым мы сталкиваемся сегодня. Итак, вопрос касается того, как работа этой коалиции может поспособствовать, помимо прочего, обеспечению равному и справедливому доступу к библиотекам. К сожалению, среди нас я не могу заметить представителя этой коалиции. Есть ли с нами представитель динамической коалиции по вопросам всеобщего доступа к библиотекам? Да, я на месте. Спасибо за введение. Я рада, что могу с вами быть и брать слово первой. Я представляю динамическую коалицию по вопросам свободного всеобщего доступа к библиотекам. Это очень важное пространство деятельности. Он вписывается в право на свободный доступ к экспертным знаниям, к знаниям вообще. Я думаю, что стоит здесь отметить несколько основных тенденций, которые мы замечаем в ходе работ, которые мы проводили, особенно на протяжении последних месяцев. Итак, в первую очередь я хотела бы подчеркнуть эластичность и инновационность, если говорить о доступе к ресурсам, библиотечным ресурсам. Используются интернетовские технологии, Wi-Fi, есть хотспоты, которые организуются в зданиях библиотек, и целью которых является обеспечение пользователей доступом к библиотекам, к цифровым технологиям. Мы заинтересованы тем, чтобы никто не оставался позади. Хотим обеспечить всеобщим доступом даже тех, у кого нет доступа к интернету на дому. Очень важным для нас является то, чтобы каждый мог использовать доступ к интернету, мог использовать интернет в своих целях, также чтобы участвовать, использовать возможности, связанные с непрерывным образованием, с тренингами. Мы открыты к этим вопросам. Считаем эти инструменты очень эластичными и думаем, что они должны быть доступны всем заинтересованным людям. Поэтому мы стараемся вести работы по рекомендациям в отношении публичных политик, делающих упор на предоставление таких технологий, в том числе технологий, опирающихся на широкополосный доступ к интернету. Несколько недель назад мы опубликовали рабочий документ о воздействии всеобщего доступа к интернету на знания, политик, которые формируются на региональном уровне. В этом документе мы подводим итоги собранной информации и задумываемся о том, какие группы особенно часто используют такие механизмы всеобщего доступа к интернету. Я знаю, что в некоторых пространствах мы нашли доказательства того, что потребность большая, например, в том, чтобы в библиотеках
их сотрудники могли в текущем режиме оказывать помощь и поддержку пользователям, например, в сфере поиска конкретных интересующих их сайтов. С моей стороны, это все. Надеюсь, что мы сможем продолжать работы так же эффективно и в будущем. Спасибо и благодарю вас за то, что вы уместили в эти временные рамки. Я рада, что могу модерировать эту сессию, потому что я очень глубоко заинтересована работой таких коалиций, как, помимо прочих, ваша, и которая по-настоящему динамична. А теперь перейдем к вопросу о нейтральности сети. Мне кажется, что с нами Крис, представитель этой именно коалиции. Крис, в вашем отчете вы упоминали о том, что вы подчеркиваете, как важна открытость интернета, особенно во время кризиса. То есть с точки зрения вас, динамической коалиции, что можем сделать мы, чтобы интернет оставался действительно открытым также во времена всего кризиса? Спасибо. О, я вижу, что меня даже видно. Я немножко боялся, что меня только будет слышно без изображения, но меня и видно. Спасибо. Я хотел бы высказаться по поводу этого отчета, который мы подавали. Я извиняюсь, потому что иногда мне сложно умещаться во временные рамки, но надеюсь, что удастся на этот раз. Я представитель всего лишь одной из 17 коалиций. То есть будет шанс обсудить еще другие важные вопросы. В нашей коалиции мы сосредоточиваемся на интероперативности, межоперативности, и практически все члены нашей коалиции имели возможность поспособствовать созданию этого отчета. Что касается нашей деятельности, мы сосредоточиваемся на нейтральности. И это тот вопрос, который является необычно важным. Это на самом деле необходимые условия, потому что все интернет-площадки, которые в интернете работают, обязательно должны быть нейтральными, обязательно должны быть совместимы с другими площадками и системами. И это должно быть безусловно обеспечено, то есть возможность сотрудничества между и взаимодействие между разными системами, даже если эти системы создаются другими компаниями, возможность взаимодействия должна быть обеспечена, потому что она крайне важна, если хотим обеспечить возможность сотрудничества. Это, конечно, далеко не всегда легко. Компании разные, Skype, Facebook, не всегда все эти площадки совместимы друг с другом. Итак, межоперативность – это очень важно. На этом мы фокусируемся, на этом поле мы проводим переговоры с регуляторами и другими группами заинтересованных лиц. Мы даже разработали такое заключение, итоги, касающиеся нашей позиции по межоперативности. И здесь я вижу, что необходимо очень четкое ведение нашей работы в будущем, если говорить об этих вопросах. Второй вопрос касается регуляторов. И тут можно назвать пример Франции и Норвегии, где операторы делают многое, чтобы обеспечить нейтральность в сети. Все, наверное, знают, что 5-6 лет назад в отдельных странах стали принимать законоположения о том, что необходимо обеспечить открытость интернета. А чем на самом деле является открытость интернета? Она может обозначать разное для разных стран, и очень трудно здесь добиться единого подхода всех стран. Они разные. В Мексике, Южной Африке или моей стране. Еще одно замечание. В прошлом мы сталкивались с разными проблемами, если говорить о доступе создателей контента. Проблемы были с доступом, и об этом нам сообщали пользователи. Имею в виду
YouTube, Netflix и другие площадки. На эту проблему мы тоже указываем, она становится все более заметной. Здесь мы сотрудничали, помимо других, со специалистом из Кореи, который нам очень помог в переговорах с такими площадками, как, например, Netflix. Поэтому вопрос нейтральности является тем более важным. А еще несколько лет назад не подчеркивали, как важной проблемой является. Работы начались 7-8 лет назад. Мы стали работать с 2013 года. Может быть, вы не помните, все это началось на острове Бали. И сейчас мы уже не разговариваем о Скайпе, о Netflix, о WhatsApp, но появились новые проблемы. Отсюда вопросы сегодняшние ведутся о нейтральности, о блокировках, которые на Скайпе, WhatsApp или Zoom. Сейчас, скорее всего, речь идет о том, чтобы дойти к этим предприятиям, которые обеспечивают и публикуют контент в сети. И тут считают, что необходимо более широкое урегулирование, и это тот важный вопрос, о котором мы будем, который будет нами обсуждаться еще в будущем. Это все, если говорить о нашей деятельности. Спасибо. Спасибо огромное, Крис, и всего хорошего, удачи вам в этих занятиях, которыми вы возвращаетесь. И вот мне пришло в голову то, что я недавно прочитала в прессе, а именно, я читала газету, и все время я думала о цифровом сотрудничестве. И вот я подумала, что по-прежнему существуют две динамические коалиции, и я просто не уверена, что если у нас представители в Zoom или в Катовице, вот представители этих коалиций, потому что я просто спохватилась, что динамическая коалиция, занимающаяся глобальной связью, объединилась глобальная коалиция по нейтральности сети. И вот такой вопрос. Что мы можем сделать, чтобы гарантировать открытый интернет во времена кризиса с точки зрения именно вот связи? Джейн, если вы с нами, пожалуйста, постарайтесь ответить на этот вопрос. Если нет с нами Джейн, тогда, ну, может быть, я отвечу, что да, действительно, динамическая коалиция по нейтральности сети тесно сотрудничает с динамической коалицией по ответственности платформ и также с динамической коалицией по связи. Так что если Джейн нет с нами, я постараюсь ответить на этот вопрос. Спасибо, Крис. Возможно, Джейн примкнет к нам чуть попозже. Так что я передаю слово Дженнифер. Я не вижу Дженнифер в Zoom. Возможно, она на местах в Катовице. А если ее нет, тогда мы вернемся к Дженнифер попозже. Да, я здесь. Спасибо, Татьяна. Но вот не вижу Джейн. Он с нами в Катовице. У нас, несомненно, будет время, чтобы вернуться к Джейн и к остальным динамическим коалициям на более поздном этапе. Давайте, не задерживаясь, перейти к устойчивому развитию окружающей среды и к изменениям климата. Это очень актуальная тема. Сейчас она очень часто обсуждается в этом выпуске и во время предыдущего выпуска IGF. Она интенсивно обсуждалась. Так что сейчас динамическая коалиция по правам и принципам и RPC. Если у нас представитель этой коалиции, у нас в Zoom Сантош, да, вы с нами. Так что давайте продолжим. Я знаю, что динамическая коалиция, которую вы представляете, занимается
рядом проблем, связанных с правами человека в цифровом мире. И вот мы заметили, что в этом году ваша коалиция занимается тем, чтобы управление интернетом было более экологическим, так что, или, как мы говорим, зеленым. Так что, пожалуйста, объясните нам, что это такое. Сантош, вы с нами в Zoom? Да. Да, но вот я не знаю, почему мы его не слышим. А если его нет, если Сантош не сможет высказаться, ну, может быть, кто-либо другой мог бы взять слово, выступить от его имени. Хорошо, доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Минта Морейра. Я не была готова, но вот спасибо за возможность взять слово. Я коротко расскажу, чем мы занимаемся в области устойчивого развития окружающей среды. В нашей работе мы всегда ссылаемся на Хартию основных прав. Одна из статей, статья 4, то есть право на развитие, тесно связано с устойчивым развитием окружающей среды. И вот за последние годы, во время вот нашей работы, мы пришли к выводу, что это именно вот такой вопрос, который является очень уж актуальным, но который не был включен в повестку дня форума по управлению интернетом. И поэтому мы постарались, чтобы этот вопрос обсуждался в 2018 году во время IGF. Тогда вот состоялась первая встреча, посвященная именно этим вопросам, устойчивому развитию окружающей среды. И впоследствии мы вернулись к этим разговорам во время саммита в 2019 году. Тогда вот была очень большая сессия, посвященная изменениям климата и управлению интернетом именно в этом контексте. С этого времени мы работаем со многими партнерами, в частности, Евровиг в 2020 году. И в этом году мы вместе принимали участие в двух сессиях по устойчивому развитию окружающей среды. И во время выпуска в этом году, во время IGF, мы возвращаемся к этим вопросам. Сегодня, во второй половине дня, мы будем говорить о механизмах искусственного интеллекта, над окружающей среды и прав человека. Мы считаем, что это весьма важные вопросы, которые надо озвучивать, в частности, в контексте большого интереса к этим вопросам среди молодежи, среди молодого поколения. Мы рады, что IGF также охватывает эти вопросы в своей повестке дня. Много чего происходит не только в рамках цифрового саммита ООН, но и также в разных местах. Например, мы сотрудничаем с ЮНЕФ, и мы предпринимаем многие шаги между очередными выпусками IGF. Что касается примеров управления интернетом в более таком экологическом плане, я хочу сказать, что недавно у нас прошла межсессионная сессия в сотрудничестве с Евродиг, и мы вместе стараемся думать о том, как сделать так, чтобы управление интернетом было более экологичным. И мы хотим позаботиться о том, чтобы новые технологии были устойчивыми, в том числе и с точки зрения охраны окружающей среды. Спасибо огромное. Это были новые знания для многих из нас.
я очень рада, что вот идут, идет такая работа именно в сотрудничестве с Евродиг. Так что мы знаем, что тут идет сотрудничество также со страновыми организациями, что идет работа по таким инициативам, в частности, и вне саммита IGF. И сегодня, да, во второй половине дня будут сессии на эту тему, я думаю, даже завтра, то есть по устойчивому развитию окружающей среды. Кто еще хотел бы высказаться на эту тему? Есть ли желающие в Zoom? Татьяна, вам этот вопрос вам. Я не вижу, чтобы тут были желающие выступить. Но если были бы желающие, тогда, пожалуйста, нажмите вот ручку, чтобы дать нам понять, что вы хотите взять слово. Вы нас слышите? Да, слышим. Спасибо большое за возможность взять слово. И я хотел бы затронуть один вопрос. Мне кажется, что прежде чем мы начнем говорить о цифровом сотрудничестве, мы должны сначала определить природу и характеристики хорошего интернета. Что такое хороший интернет? Чем он является? Что такое хорошее цифровое пространство? Какое киберпространство? Какое киберпространство мы хотели бы формировать вместе, чтобы он был дружелюбным и ориентированным на постоянный рост развития, или же интернет, который будет дружелюбным к окружающей среде, или интернет, который будет главным образом стабильным, или новым полем сражения для киберпреступников. Я думаю, что мы должны именно начать с того, чтобы определить, какой интернет мы с вами хотим формировать, прежде чем говорить вообще о цифровом сотрудничестве. Если мы хотим развивать цифровую экономику, цифровые коммуникации, цифровую торговлю, тогда вот давайте подумаем, можно ли это сделать в нестабильном окружении, в вооруженном, так сказать, окружении. И вот мне кажется, что мы должны согласиться, что это должно быть пространство безопасное, пространство, продвигающее мир. И вот какова здесь будет роль ООН? Я надеюсь, что мой комментарий также найдет свое отражение в официальных документах саммита IGF. Мне тоже хочется попросить, чтобы вот именно этот вопрос, то есть моя вот просьба о том, чтобы определить основные характеристики целевого как бы, образа интернета, чтобы это было включено в нашу программу. Да, конечно, спасибо огромное. Вот определение интернета, к которому мы стремимся, является предметом нашей работы, работы коалиции. А вот сейчас я хочу передать слово Дженнифер. Дженнифер, я думаю, уже готова, и Ясмин также готова взять слово на тему работы динамической коалиции по ответственности платформ. Спасибо огромное. Сейчас мы будем говорить о новом регулировании, о новой структуре рынка, о цифровом контенте, о правах потребителя, о защите прав потребителей. Это очень широкая тема для обсуждения. И вот есть такие динамические коалиции, которые именно этими занимаются. Татьяна сказала, что Ясмин уже готова в Zoom взять слово, и я передам слово очень скоро. Вопрос модерации, модерирования контента
находится в центре внимания. В частности, во время пандемии мы об этом задумывались, и мы должны подумать о том, каким образом работы динамические коалиции могут способствовать тому, чтобы модерирование цифрового контента как бы умещалось в рамки прав человека, чтобы было инклюзивным и безопасным. Ясмин, вам слово. Здравствуйте, приветствую всех. Я очень рада, что могу представлять здесь нашу динамическую коалицию. Наша работа касается разных аспектов ответственности платформ и вопросов юридического правового регулирования. Мы стараемся сближать людей, принимающих решения, представителей мира науки, неправительственных организаций. Это наша работа. Мы формируем рекомендации по деятельности на цифровых платформах таким образом, чтобы это соответствовало правам человека. Мы предлагаем передовые практики. И в этом году во время IGF мы будем делиться, по всей вероятности, завтра нашим новым глоссарием, содержащим важнейшие термины политики в отношении цифровых платформ. Наша работа фокусируется главным образом на распространении новых документов, принципов политики в глобальном измерении. И нам хочется, чтобы вот эти передовые практики были совместимыми с правами человека. Это является для нас очень важной темой уже многие годы. Извините, что если я высказываюсь немножко хаотично, но у нас очень рано. В Бразилии у нас 6 утра. И это все с моей стороны. Огромное спасибо. И мы благодарим. Это для нас все абсолютно понятно. И сердечно вас благодарим за вашу лепту. Мы хотим тут указать усилия, предпринимаемые всеми динамическими коалициями. И благодарим вас за то, что вы так рано утром с нами соединились из Бразилии. Те из вас, кто завтра тоже будут участвовать в сессии, которая будет объединять представителей динамических коалиций, и смогут посмотреть этот новый глоссарий. А теперь уже перейдем к коалиции, которая занимается правами человека в цифровой среде. Я признаюсь, что имела удовольствие участвовать в работах этой коалиции в рамках форума вчера, и я была очень впечатлена тем, чем занимается эта коалиция. Я вижу, что представитель этой коалиции уже на площадке Zoom. И вопрос таков. Каким образом работа динамической коалиции, занимающейся правами ребенка в цифровом пространстве, могут заниматься вопросами по новейшему урегулированию? Спасибо за предоставление мне слова. Я с вами соединяюсь из Берлина, где не так уж рано. А начну с того, что в этом году наша коалиция поменяла свое название. Раньше она называлась «Динамическая коалиция по вопросам безопасности детей в онлайн-среде», а сейчас она называется «Динамическая коалиция по правам ребенка в цифровой среде». Почему? Потому что в нашей работе мы занимаемся вопросами, относящимися к правам человека, к приватности, к свободе слова, к свободе доступа к информации. А также мы хотим уравновешивать эти вопросы с правом детей на защиту. И, пожалуй, уже 30 лет назад ООН признала, что дети нуждаются в особой защите, что их права особенно сильно подвержены опасности, и их надо защищать. А не будем забывать, что права ребенка – это тоже права человека, поэтому нам необходимо защищать эти права человека в каждом уголке мира. И это всегда надо подчеркивать. А наши работы ведутся уже 30 лет. Поэтому можно сказать, что в настоящий момент наша динамическая коалиция уже сотрудничает с разными агентствами, в том числе с комиссией ООН по правам ребенка. И совместно мы создаем новые стандарты, касающиеся того, как нужно понимать права ребенка на защиту, а также в то же время на участие в цифровой среде.
мы пытаемся дать ответ на вопрос, как заботиться о лучших интересах детей в процессе создания новых политик и в процессе управления интернетом. Некоторые права необходимо уравновешивать, балансировать, и это является предметом дебатов. Как уравновешивать свободу слова и права детей, право на приватность и другие права? С одной стороны, приватность пользователей, но с другой стороны, право на защиту пользователей интернета, в том числе и детей. В последнее время один из членов нашей динамической коалиции провел такое исследование, которое показало, что почти 70% из опрошенных людей, принявших участие в исследовании, подтвердили, что они приоритетно относились бы скорее всего к защите детей, а не к праву на их индивидуальную приватность. Но мы не обязательно считаем, что между этими двумя вопросами должен существовать конфликт. Мы считаем, что эти два вопроса можно уравновешивать. Это наш подход. Вчера состоялась сессия нашей динамической коалиции, и там мы занялись именно вопросом, касающимся гармонизированным рамкам, которые должны быть созданы в защиту лучших интересов детей. И тут мы особенно занимались третьей статьей Конвенции ООН о правах ребенка и статьей 24 Хартии о правах человека Европейского Союза. Здесь мы подчеркиваем, что права детей и лучший интерес детей должны всегда быть нашей основной целью. Это все с моей стороны. Сердечно благодарю за предоставление мне слова. Я буду пристально прислушиваться работам, итогам работ других динамических коалиций, потому что все динамические коалиции действительно вносят огромный неоценимый вклад, если говорить о подчеркивании основных прав человека в интернете. Спасибо за то, что вы нам передали важнейшие примечания, касающиеся работ динамической коалиции, занимающейся правами ребенка. Мы видим, что вы сотрудничаете и в рамках самой коалиции, но также видим, что различные коалиции принимают многосторонний подход, сотрудничая с разными субъектами, в том числе с целью защищать права детей в цифровой среде. А теперь я предоставляю слово Татьяне, нашей модератор, который больше расскажет о пространстве номер 4, которое относится к поддержке цифрового сотрудничества. Спасибо. Прежде чем перейти к цифровому сотрудничеству, я хочу отметить два момента. Во-первых, если говорить о динамической коалиции по делам полов, то мы подчеркнули, что вопрос связи очень важен, но вопросы пола необходимо учесть и в каждом измерении цифрового сотрудничества. И здесь я хотела бы задать вопрос представителю этой коалиции. Каким образом мы должны относиться к этим связям между цифровым неравенством и экономическому и социальному неравенству в контексте кризиса здравоохранения? Что мы должны делать с целью обеспечения равенства цифровых политик в гендерном плане? Спасибо за то, что вы предоставили мне слово. Говоря о нашей динамической коалиции по гендерным вопросам, мы тут занимаемся вопросами равных прав полов, хотим их учитывать в политиках, касающихся цифровой среды. Мы считаем этот вопрос чрезвычайно важным, особенно если говорить о цифровой среде, которая сильно изменилась в период коронавируса. Мы в нашей работе замечаем, что мы должны приоритетно подходить особенно к правам женщин, а также тех полов, которые таким или иным образом вытесняются. Мы должны заботиться о том, чтобы у них были равные права в плане навыков, а также безопасность, гарантировалась безопасность в сети. Мы видим сейчас, что во многих планах женщины все еще на более слабой позиции, чем мужчины. Следовательно, необходимо
пытаться пропагандировать их права, права в том числе на пищевые продукты, услуги здравоохранения, основные услуги, образование. Будем помнить о том, что это очень важно, но в некоторых странах доступ к таким благам может быть, в том числе для женщин, весьма ограничен. Мы считаем, что очень важным является то, чтобы учитывать этот разрыв между полами в разных измерениях экономическом, социальном и вести дискуссию на эту тему так, чтобы мы могли создавать политики и цифровое пространство, которое будет справедливо подходить к правам отдельных полов. Мы, конечно, должны принимать подход со многими измерениями и учитывающие многие секторы, рассматривая этот вопрос. Конечно, вопрос доступа, вопрос прав в этом контексте очень важны, и мы это все должны уравновешивать с вопросами равенства и подобными. Это очень важно, и спасибо за предоставление мне слова. Спасибо, а теперь перейдем к следующему выступающему и к следующему тематическому пространству, а именно продвижению цифрового сотрудничества. И тут я предоставляю слово представителю динамической коалиции по вопросам молодежи Айлин. И меня зовут Айлин. Извиняюсь, Айлин должна была с нами соединиться. Но у нас есть проблемы, чтобы соединиться с ней. Но есть представитель этой коалиции на месте в Катовице. Мы надеемся, что этот представитель сможет высказаться. А вопрос к нему. Из поданных вами документов мы заметили, что в 2021 году ваша динамическая коалиция выполняла множество задач, связанных с инклюзивностью интернета, а также с цифровым сотрудничеством. И я хотела бы спросить о том, каково место для молодых людей в этом цифровом сотрудничестве. Как молодые люди могут поспособствовать развитию этого цифрового сотрудничества? Спасибо. Вот, как раз мне удалось соединиться, благодаря чему у меня есть шансы высказаться на этом форуме от имени нашей динамической коалиции. Спасибо за слово. Мы фокусируемся в основном на продвижении цифрового сотрудничества, участвуем в дебатах о создании цифровых политик. Мы провели два вебинары. Один из них касался устойчивого развития в контексте окружающей среды и изменений климата. Другой вебинар касался сотрудничества по инклюзивному управлению интернетом и созданию более широкой экосистемы цифрового сотрудничества с сохранением уважения к основным ценностям, которыми руководствуется интернет. Мы стараемся, чтобы интернет был, возможно, более инклюзивным, но в то же время, чтобы в нем уважались цифровые права и чтобы все заинтересованные стороны, включая молодых людей, могли участвовать и способствовать развитию интернета как пространства, в котором уважаются права человека. С другой стороны, мы наладили сотрудничество с саммитом молодежи, молодежным саммитом в рамках IGF, который проводится в Польше. И этот саммит – это такой саммит, в ходе которого встретились рабочие группы молодых людей, и там мы обсуждали существенные вопросы и составляли рекомендации, которые мы могли предложить как представители молодежи. Мы тут ссылались, помимо прочего, на создание более широкой экосистемы, на наладку цифрового сотрудничества и отмечали то, что необходимо сделать более тесное сотрудничество между глобальной деятельностью в рамках IGF и региональной деятельностью молодых людей. Через несколько недель мы опубликуем окончательный отчет о нашей деятельности и приглашаем всех с ним ознакомиться, а также приглашаем следить за работами нашей динамической коалиции, занимающейся вопросами молодых людей. Айлин, спасибо вам, и я всех приглашаю ознакомиться с этим отчетом. Вы упоминали также о динамической коалиции по вопросам основных цен
по основным ценностям, которыми должен руководиться интернет. И с нами здесь Оливия, которая представляет именно эту динамическую коалицию. Я надеюсь, что удастся нам задать ей тоже вопрос. И это будет вопрос, который касается суверенитета в цифровом плане. В документах, поданных вами, вы отмечали, что здесь так некоторые расхождения между общей концепцией и действительным выполнением этого принципа суверенитета и независимости в интернете. Итак, каким образом ваша динамическая коалиция может поспособствовать тому, чтобы устранить это расхождение? Спасибо. Это, пожалуй, самый сложный вопрос из поставленных сегодня в ходе сессии. Наша динамическая коалиция, как мы уже слышали, занимается вопросами, касающимися интернета и тех основных ценностей, на которых работа интернета базируется. Мы ссылаемся на технические спецификации и будем помнить о том, что технические спецификации зачастую очень важны, потому что мы говорим о сети, состоящей из отдельных сетей. А если говорить о такой структуре, то мы не можем говорить ни о каком центральном контроле, ни управлении этого типа распределенной инфраструктурой. Потому что в большей степени этой инфраструктурой управляют отдельные пользователи, конечные пользователи. Поэтому столь важными являются суверенитет и цифровая независимость. Очень часто пользователи или национальные субъекты считают, что они обладают каким-то контролем над сетью, но будем помнить о том, что эта сеть состоит из очень многих уровней, плоскостей, и контролировать это очень сложно. Говоря о нашей динамической коалиции, мы подчеркиваем, что суверенитет должен быть одной из основных ценностей, касающихся работы интернета. Следовательно, мы не можем контролировать ничего, кроме контента, который мы сами и создаем. Конечно, это очень сложное пространство, и даже самый термин «цифровой суверенитет» — это такое высокопарное слово, но оно сводится к рекомендации, что если мы создаем новые законоположения, новые урегулирования на местном уровне, то каждое такое регулирование должно учитывать эти основные ценности, которыми руководится интернет, так, чтобы его работа была уравновешенной, чтобы мы не подавляли его работу, и чтобы мы не разбивали по частям интернет, так, чтобы мы его не делили на более мелкие сети, которые не смогут сотрудничать, взаимодействовать друг с другом, чтобы мы не устанавливали чрезмерные фильтры, которые затруднят работу элементов и частей сети и воспрепятствуют эффективному пользованию интернета пользователями и максимальное использование новых технологий. Спасибо за ответ. Вы упоминали про разбивку на фрагменты. Это очень важно, потому что мы перейдем к следующей части нашей дискуссии, которая будет относиться к тому, каким образом объединять некоторые элементы, которые таким или иным образом распределены. То есть как предпринимать когерентные усилия также в рамках наших цифровых динамических коалиций. Предоставляю слово Дженнифер, и Дженнифер решит, кому потом передать слово. Спасибо огромное. Я думаю, это была бы очень хорошая идея, чтобы передать слово представителям хаба из Бангладеша, потому что они просили раньше взять слово. Вы нас слышите, коллеги? Не очень хорошо мы вас слышим. Пожалуйста, повторите ваши слова. Или вы, может быть, вам удастся подойти поближе к микрофону. Это сработает, Дженнифер? Вы, может быть, лучше слышите?
это высказывание. Нет, к сожалению, кажется, что качество звука недостаточно, чтобы подключиться к представителям хаба из Бангладеш. Так что давайте следующая часть этой главной сессии сейчас начинается. Огромное спасибо выступающим или выступившим и до сих пор, которые представляли разные динамические коалиции. Давайте сейчас подумаем о том, каким образом динамические коалиции укрепляют форум управления интернетом, как мы можем в будущем развивать сотрудничество в цифровом мире. Со мной в городе Катовице Уай Мин Кок, представляющий департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, и также с нами на месте Дженнифер Чанг. Нет, извините, представитель бюро посланника генерального секретаря по технологическим вопросам Джейсон Манин. Так что давайте передам слово Маркусу. Я думаю, что его не надо никому представлять. Маркус, да, пожалуйста. Спасибо, Дженнифер. Да, действительно, вместе с Юта и с другими коллегами мне выпала честь заниматься координацией работы отдельных динамических коалиций, и также мы опубликовали особый отчет, касающийся modus operandi, режима работы разных динамических коалиций. Вот мы думали о том, как в будущем эта работа могла бы поспособствовать развитию дальнейшему саммита IGF, в частности, в свете новых предложений генерального секретаря ООН и в рамках так называемого глобального цифрового соглашения. У меня пока что нет всех вопросов на заданные раньше вопросы, но тем не менее отчет, который будет опубликован в будущем, будет вот охватывать все эти вопросы. Так что речь пойдет о передовой практике, о сотрудничестве динамичных коалиций, о том, как мы можем лучше интегрировать работу динамических коалиций. То есть в этом отчете будет очень много интересных сведений. У нас полная версия и сокращенная версия. Вот полная версия, возможно, может отпугивать вас. Она насчитывает около 50 страниц. Но вот сокращенная версия, я думаю, будет доступна для всех. И очень приглашаю вас прочитать ее, ознакомиться с ней. Спасибо большое за возможность выступить. Татьяна, я думаю, что Татьяна сможет дать нам ссылку в Zoom на этот документ. Я хочу всех пригласить ознакомиться с этим документом. Если у вас не будет времени ознакомиться с полным содержанием документа, тогда хотя бы попробуйте прочитать сокращенную версию. Маркус приложил большие усилия для создания этого документа, резюмирующего работу динамических коалиций. А сейчас давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос к нашим гостям здесь, на сцене в Катовице. Первый вопрос, господин Вай Мин Кок. С вашей перспективы, как динамические коалиции могут укреплять цифровое сотрудничество? Какую роль они могут сыграть в управлении интернетом? Спасибо огромное за этот вопрос. Приветствую вас, приветствую Дженнифер, Маркуса и всех остальных. Я очень рад выступать во время этой сессии. Наш разговор о работе
отдельных динамичных коалиций многому меня научил. Я очень впечатлен вашей работой. Вот, переходя к ответу на ваш вопрос, я постараюсь прокомментировать отчет генерального секретаря на тему нашей общей программы «Our Common Agenda». И здесь я хочу главным образом прокомментировать тот абзац, в котором говорится об интернете, о форуме управления интернетом и о реформах цифрового пространства. Я думаю, что сейчас очень многие динамические коалиции занимаются именно текущим кризисом. Но хочу вас попросить, чтобы мы не упускали из виду другие кризисы, с которыми мы сталкиваемся, например, нехватка воды и продуктов питания и кибербезопасность. Я не хочу тут уж слишком негативно прозвучать, так что с более оптимистической точки зрения хочу сказать, что коалиция делает очень много для достижения целей устойчивого развития ООН. И я думаю, что работа динамических коалиций действительно во многом сходна с целями устойчивого развития ООН. Что касается инноваций, я хочу быстро сказать, что мы по-прежнему должны стараться лучше координировать нашу работу. Я именно имею в виду, чтобы как-то соединить эти цифровые точки. То есть, чтобы коалиции сотрудничали не только с агентствами ООН, но и с другими межправительственными организациями, такими как ОНДСА. И там очень много чего сейчас происходит, и межправительственные агентства также много чего делают. Еще хочу сказать в отношении реформы, что да, на самом деле, и об этом, кстати, говорил уже Маркус, что это правильно, чтобы мы старались повышать узнаваемость наших коалиций, потому что мы знаем, что динамические коалиции собирают данные, что они приходят к новым выводам. Но вот, возможно, сотрудничество с ОНДСА должно быть более тесным, чтобы мы могли лучше продвигать работу динамических коалиций, чтобы мы были в курсе дел. Спасибо огромное. И сейчас обращаюсь к Джейсону. Я знаю, что бюро представителя генерального секретаря по технологиям также участвует в работе в сфере новых технологий. Так что ваша точка зрения о том, как работают динамические коалиции, как они могут способствовать работе форума по управлению интернетом. Спасибо огромное. Кстати, моя бабушка родом из Силезии, так что для меня большая честь и радость, что я мог приехать сюда и выступать здесь. И приветствую всех, кто подключился к нам из Бразилии в очень раннее время и из других уголков мира. Я очень рад, что мы можем встретиться здесь также вот на месте. Я очень благодарен всем участникам динамической коалиции. Я знаю, что вы прилагаете много усилий для нашей общей работы. Вот это самое важное. Это работа, которая должна признаваться, это волонтерская работа, так что огромное спасибо за все ваши усилия. И вот, возвращаясь к вопросу Дженнифер, да, на самом деле цифровые вопросы
становится все более важным пунктом повестки дня всех стран-членов ООН. И в прошлом году, когда мы отмечали 75 лет с момента создания ООН, прошла дискуссия о цифровом сотрудничестве во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Мы говорили также о цифровом сотрудничестве, и более 30 стран-членов были представлены во время этого заседания. Все думали и обсуждали вопрос доверия, вопрос уважения прав человека в онлайн-пространстве и так далее. Так что работа динамических коалиций, несомненно, способствует более плодотворным дискуссиям. Но вот мы должны все-таки задумываться о том, как можно попасть к все новой аудитории с нашими решениями и выводами. То есть мы хотели бы также попадать к представителям властей, чтобы можно было продвигать результаты работы динамических коалиций именно среди этой аудитории. И мне кажется, что мы должны регулярно передавать новости и обновлять информацию. Хочется, чтобы именно в наш офис генерального секретаря попадали новейшие версии отчетов и результаты работ динамических коалиций в рамках агентств ООН и также в рамках нашей работы с внешними партнерами. Нам хочется, чтобы во время встреч с нашим представителем по вопросам технологии могли вот регулярно делать обзор вашей документации. Я думаю, что мы сможем также предлагать нашу поддержку в этом плане. Как вы знаете, в рамках нашего офиса некоторые коллеги занимаются прежде всего вопросами прав человека или глобальной связью или инклюзивностью, так что вот актуальные отчеты нам были бы для нас очень полезны, и мы могли бы в свою очередь оказывать поддержку. Но это должны быть очень краткие отчеты, одна страничка, две страницы. То есть такие отчеты, которые могут затрагивать определенные темы, что-то там в таком тематическом делении, то, что можно очень быстро прочитать, поделиться с коллегами и в других агентствах ООН и так далее. И, конечно же, во время очередного саммита мы будем говорить на тему Global Digital Compact, то есть глобальное цифровое соглашение. И во время очередных разговоров мы хотели бы уже не начинать с нуля, а вот знать, что тем временем произошло именно в области защиты прав человека, цифровых данных, чтобы мы, у нас могли появляться более связанные как бы материалы на все эти темы. И очень важно, чтобы мы вслушивались в голос молодежи, чтобы эти консультации были действительно многосторонними, глобальными, во время которых мы сможем делиться передовой практикой. И мы хотим, чтобы голоса всех заинтересованных сторон были отражены. Спасибо огромное, Джейсон. Мы действительно впечатлены этим большим объемом работ, проводимой вот вашим департаментом. Вы везде. Мы говорили о глобальном цифровом соглашении. Очень много здесь
происходит очень много, делают динамические коалиции. Я думаю, что мы с удовольствием будем передавать вам как бы все новости, резюме нашей деятельности. Я надеюсь, что эти резюме, они попадут также и к аудиториям вне ООН. Мы будем вам передавать резюме нашей работы. Теперь я обращаюсь к следующей выступающей Тите, которая с нами соединяется посредством площадки Zoom. Она представляет многостороннюю консультативную группу, то есть MAG. Пожалуйста, можете вы высказаться по поводу того, что, по-твоему, делают динамические коалиции с целью укреплять цифровое сотрудничество? Спасибо. Это для меня большая честь быть с вами вместе сегодня. А цифровое сотрудничество весьма важно, и цифровые коалиции могут поспособствовать укреплению этого сотрудничества. Это тот вопрос, который мы в MAG обсуждаем очень широко, особенно в рамках нашей рабочей группы по вопросам стратегии управления интернетом. Мы даже подготовили несколько документов на эту тему. Считаем, что эти рекомендации имеют огромное значение, и необходимо подчеркивать то, как ценно цифровое сотрудничество. Мы все сотрудничаем в рамках обширной сети, и каждый из нас фокусируется на каком-то участке данного вопроса. Мы участвуем в форуме IGF, но сотрудничаем также и между отдельными сессиями. Можно сказать, что это такая широкая модель. Ну, конечно, есть и такие вопросы, которые можно бы совершенствовать. Один из таких вопросов – это видимость. Поскольку, конечно, динамические коалиции делают многое, но все-таки, может быть, они должны более наглядно представлять результаты своих работ. Они должны передавать их ко всеобщему сведению на международной общественности, используя различные инструменты, в том числе и сеть NRI, которая является замечательным инструментом для оповещения общественности о том, что происходит внутри динамических коалиций. Таким образом, работы динамических коалиций могли бы оказывать более ощутимое влияние, например, на создаваемое урегулирование или введение новых законоположений. Это воздействие кажется чем-то желаемым, потому что работа динамической коалиции могла бы перейти в формирование каких-нибудь региональных программ действий, политик, в том числе могла бы поспособствовать продвижению тех ценностей, которые лежат у основ саммита IGF. Я думаю, что динамические коалиции обладают огромным потенциалом и могут поспособствовать формированию цифрового сотрудничества. Благодарю вас, Дженнифер, и благодарю за то, что вы подчеркнули эти существенные вопросы, в том числе видимость, которую нам не переоценить. Я вижу представителей разных динамических коалиций, знаю, что вы прислушиваетесь нашей дискуссии, и приглашаю вас дать ответ на следующий вопрос. Но перед тем, как перейти к деталям, я предоставлю слово моей самодератор Татьяне. Приглашаю дать ответ на этот вопрос представителей динамических коалиций. Когда я слушала ответы, в том числе ответ Джейсона, мне пришел в голову такой вопрос. Смогли ли бы вы дать определение одного конкретного вызова, перед которым стоят динамические коалиции, особенно если говорить об их роли в подготовке будущих саммитов IGF?
каковы это могут быть вопросы? Мне кажется, Джейсон уже упоминал о таком вызове, но если в зале есть кто-нибудь, кто хотел бы добавить, привнести что еще, то тогда приглашаю брать слово. Начнем с самых таких жгучих вопросов. Марк, я видел, вы хотели, но начнем с Джейсона. Да, основным вызовом, по-моему, является возможность более эффективно обеспечить доступ к результатам ваших работ. Например, в рамках ООН у нас есть рабочая группа по свободе слова по соцсетям, и вот эта группа представляет такие итоги своих работ. Поскольку мы, конечно, не можем тщательно присматриваться всем пунктам, над которыми такие рабочие группы работают, нам очень хотелось бы получать от вас такие сжатые итоги работ по тем вопросам, которыми отдельные динамические коалиции занимаются. Это очень бы нам помогало. Кто-то упоминал о том, что одна из динамических коалиций работает по разработке конкретного глоссария. И такие документы для нас тоже очень важны. Это была бы причина для дальнейших дискуссий, я уже не буду тут распространяться, но этого нам бы хотелось. А что касается вызовов, то одним из них является то, что трудно иногда точно определить эти основные вопросы, над которыми работает динамическая коалиция. Поэтому итоги этой деятельности были бы очень важными. Также для представителей государств-членов представление таких итогов было бы и легче прочесть, и легче высказаться о деятельности отдельных групп. Спасибо. Прежде чем предоставить слово следующему выступающему, я хотела бы сказать, что есть у нас вопрос, касающийся нашего хаба в Бангладеш. А теперь я уже предоставляю слово Марку. Спасибо. Сердечно всех приветствую, независимо от часового пояса, в котором вы находитесь. В качестве введения я скажу, что я старший советник по политике в рамках довольно новой динамической коалиции по вопросам стандартов безопасности в интернете. Мы наши работы начали примерно год назад. Начало этой деятельности состоялось во время последнего выпуска IGF. На чате я разместил некоторую информацию о нашей деятельности. Как и мой коллега, который является одним из наших ведущих экспертов, действующих в рамках коалиции, и говоря о вызовах, стоит подчеркнуть, что в нашей коалиции мы сосредоточиваемся на конкретных результатах дискуссий. И, пожалуй, вызов, о котором я хотел бы сказать, частично накладывается на то, что говорил Джейсон. То есть, имею в виду то, чтобы результаты наших работ попадали к людям в руки, чтобы они были доступными для всех заинтересованных, потому что мы работаем над рекомендациями, которые должны помочь при формировании политик. И для принимающих решения имела бы определенную ценность возможность ознакомиться с результатами наших работ. То есть необходимость в создании каналов оповещения, также под присмотром IGF, чтобы все могли использовать то, что нам удастся выработать. Мы работаем круглый год, будем помнить о том, что саммит IGF проходит раз в году, но мы работаем также и в период меж этими сессиями. И, наверное, генеральный секретарь сейчас рассматривает возможность ввести программу IGF+, которая включала бы более координированные действия также между отдельных выпусков саммита. Но, повторяю, мы нуждаемся в соответствующих каналах общения. Важно то, чтобы мы могли представлять результаты наших исследований более широкой аудитории, но важным вызовом может быть и финансирование. Если мы проводим какие-то исследования, анализы, то это финансирование является очень важным.
иногда это некоторое препятствие, барьер. Если мы хотим создать какую-то исследовательскую площадку, мы нуждаемся в финансировании, хотя бы для того, чтобы оплатить поддержку со стороны экспертов. Итак, вопрос финансирования очень важен. Будем помнить, что мы сотрудничаем с экспертами, которые помогают нам на волонтерских началах, но если были бы у нас соответствующие финансовые ресурсы, мы могли бы ускорить их работу и сделать так, чтобы эти работы проходили в очень строгих научных рамках, благодаря чему результаты работы были бы более достоверными, а принимающие решения могли бы в более широком масштабе ими пользоваться. Это основной вызов. Об этом более широко я буду еще говорить во время одной из наших сессий завтра. Завтра во второй половине дня проходит основная сессия нашей группы, а в пятницу будет еще сессия по нетворкингу. В рамках этой сессии мы будем налаживать связи, обсуждать то, как справляться с этими вызовами. Я знаю, что заинтересованные нашей деятельностью люди знают, что наша миссия очень важна, потому что обеспечение безопасности в интернете, интернет является очень важным для малых субъектов, малых и средних предприятий, инноваторов, и это является очень важным, чтобы мы создавали очень устойчивую инфраструктуру. Также это вписывается в цель устойчивого развития номер 9, о чем уже говорилось, имею в виду более широкий доступ к технологиям, увеличение этого доступа и устойчивую инфраструктуру, то есть подход, сфокусированный на предпринимательству. Об этом говорилось в контексте Агенды 2030. Это связано также и с планом цифровой кооперации, и об этом тоже упоминал Джейсон. Спасибо, Оливия. Я вижу, что вы уже готовы говорить, но я не могу еще вам предоставить слово, потому что я вижу, что в зале есть люди, которые хотели бы взять слово. Так что я сейчас передам слово Дженнифер, но хотела бы задать вопрос, который пришел к нам из Бангладеш. А это такой голос, над которым мы все должны задуматься. Как мы все знаем, мы переходим в очень сложный период. Каким образом в этот сложный период обеспечить доступную безопасную инклюзивную связь? Ведь мы действуем в условиях кризиса. Есть ли какие-нибудь планы или рекомендации в этой сфере, которые мы могли бы попытаться предоставить в ходе этой сессии? Конечно, частично мы уже ответили в ходе этой сессии, но, может быть, мы умели бы дать более комплексный ответ. Спасибо. Я не знаю, есть ли в зале микрофон, но вот есть. И есть коллега, которая представляет динамическую коалицию по вопросам показателей всеобщего доступа. Вы хотели бы взять слово? Да. Спасибо за предоставление мне слова. Позвольте мне поздравить все динамические коалиции. А этих коалиций, пожалуй, уже более 20. И впервые я могу взять слово в ходе этого форума от имени не только ЮНЕСКО, но и от имени динамической коалиции. Особенно той, которая касается показателей всеобщего доступа. Уже год мы проводим наши работы, и благодаря сотрудничеству и поддержке Анриет и других коллег нам удалось начать и запустить наши первые инициативы. А они являются выражением современного многостороннего подхода. Итак, мы сотрудничаем с правительствами, национальными правительствами, с министрами, представителями академических кругов, представителями частного сектора, с сообществом технических субъектов. Все они стараются оказывать поддержку в нашей работе. И мы видим, что у коалиции есть что делать, а они действительно могут выработать конкретные результаты, рекомендации на весьма практическом уровне. Дело не просто в том, чтобы встречаться и что-то там обсуждать, что потом никак не перейдет в практические результаты. Дело, скорее всего, в том, чтобы сотрудничать с целью перевести слова в конкретные действительные
деяния, а это может стать вызовом для ООН. Среди нас есть представители, помимо других, УНДЕСа и других субъектов. Мы будем сейчас внедрять наше глобальное цифровое соглашение, наш план, и мы должны позаботиться о том, чтобы наши действия приобретали, возможно, более практический характер. Один из вопросов, о которых я бы хотела упомянуть, является финансирование, о чем мы уже немного слышали. Финансирование относится к развивающимся странам, но кроме финансирования мы нуждаемся также в соответствующих технологиях, потенциале, тренингах, даже методологии, касающихся замеров и количественного представления, связанных с конкретными политиками. Этому могут поспособствовать динамические коалиции, их работа. А поскольку у меня нет времени, то в конце я хотела бы еще высказаться по поводу вопроса возможного совершенствования и вызовов, которые стоят перед нами коалициями. Будем помнить о том, что динамических коалиций уже более 20, каждая из них занимается немного другим пространством, но есть такие более разрезные пространства, и работам по этим пространствам могут поспособствовать члены различных групп. Поэтому я считаю, что мы должны создать такой открытый форум для представителей этих более 20 динамических коалиций. И на такой площадке эти представители должны иметь возможность обмениваться опытом, выводами своих работ. И это очередной вызов, который я замечаю. Мы должны вести такой обмен в текущем режиме, если говорить о результатах наших работ. Мы не должны замыкаться только в пределах наших собственных рабочих групп. И здесь, конечно, я обращаюсь к моим коллегам из других динамических коалиций, надеюсь, что нам удастся выработать рекомендации о том, что сделать, чтобы работа нашей коалиции становилась действительно динамической, чтобы мы могли оказывать действительное влияние на то, что происходит вокруг нас. Спасибо. Огромное спасибо. И хочу добавить, что коалиция по показателям общего доступа провела очень интенсивную работу, кстати, в сотрудничестве с NRA. И я думаю, что очередной голос – это будет голос представителя динамической коалиции по устойчивому развитию журналистики и СМИ. Вам слово. Спасибо. Прекрасное замечание тут прозвучали. И мы хотели бы также подчеркнуть вопрос управления и устойчивого развития и устойчивого управления доступными ресурсами. Мы представляем журналистов изо всего мира. И давайте не забывать о том, что журналисты хотят прежде всего выполнять свою работу. Они не в состоянии вовлекаться в работу форума по управлению интернетами, поэтому динамическая коалиция, наша коалиция, хотела бы озвучить голос глобального сообщества журналистов. Однако мы не можем предполагать, что каждый голос будет выслушан или услышан. Поэтому динамические коалиции имеют большую роль в этом отношении. Очень важно, чтобы мы сотрудничали, например, с динамической коалицией по доверию. Вот завтра пройдет сессия по доверию и честности в мире СМИ. Мы должны говорить о том, как модерировать цифровой контент, онлайн-контент, как создавать алгоритмы, как повышать доверие к СМИ, к журналистам и так далее. Мы хотели бы заниматься такими вопросами, как равенство, гендерное равенство, как равный доступ к правам, к правам и ложной информации в интернете.
так что хочу пригласить вас подключиться к нашей работе. Мы будем говорить также о том, как пандемия COVID-19 повлияла на нашу работу, как наша отрасль была, оказалась под влиянием этого кризиса. Именно мы будем заниматься этим в рамках нашей коалиции. Я знаю, что тут еще кто-то в Катовице поднимает руку, но, к сожалению, у нас очень мало уже времени осталось, так что огромная просьба высказаться очень коротко. Назовите, пожалуйста, организацию, которую вы представляете. Меня зовут Бабагана, я приехала из Нигерии. И я представитель форума управления интернетом в рамках Министерства цифровой экономики Нигерии. И хочу спросить о следующем. Чем занимается динамическая коалиция в Африке, а именно в Нигерии? То есть, входит ли она в какие-либо партнерства на уровне стран или регионов, в частности, NRI? В Нигерии проходит также национальный форум управления интернетом. И хочу просто спросить, как мы можем установить связь и сотрудничество с динамическими коалициями? Спасибо большое за этот вопрос. Многие представители динамических коалиций говорят уже о том, что они уже работают с NRI. Я думаю, что это сотрудничество может еще в дальнейшем углубляться. Давайте сейчас перейдем к Анрет, чтобы она рассказала о сотрудничестве с точки зрения консультационной группы. Да, здравствуйте. Я хочу сказать следующее, что динамические коалиции делают огромнейшую невероятную работу. Я написала вступительное слово к ежегодным отчетам динамических коалиций. Это означает, что я лично, мне пришлось прочитать эти отчеты, и они произвели на меня огромнейшее впечатление. Я считаю, что динамические коалиции и их работа должна распространяться, озвучиваться, что вот эта работа должна просто получать всеобщее признание. Но вот у динамических коалиций нет таких ресурсов, как секретариат IGF. Поэтому мы должны строить такие ресурсы, чтобы вот динамические коалиции получали огласку. В настоящее время секретариат IGF поддерживает динамические коалиции, но нам нужно больше сотрудничества, нужно его расширять, потому что вот выводы из работы динамических коалиций являются очень уж существенными. И я думаю, что мы должны действительно обсуждать эти вопросы в многостороннем сообществе с представителями властей разных отраслей, агентств ООН, неправительственных организаций и так далее. Огромное спасибо за вашу точку зрения вот с консультационного совета. И сейчас уже передаю слово Татьяне. Я думаю, что кто-то еще хотел что-то сказать в Zoom, из участников Zoom. Да, извините, пожалуйста, наше время подходит уже к концу, но мне кажется, что очень важно, чтобы мы передали слово еще двум выступающим. Они очень терпеливо ждали, вот пока им дадут микрофон. Это будет уже буквально вот такое подведение итогов, и затем мы завершаем нашу сессию. Здравствуйте, спасибо. Вот очень трудно сказать что-либо новое после Анрет. Вот я хочу просто согласиться с тем, что она сказала. Думаю, что это действительно очень важно, чтобы мы использовали потенциал отчетов динамических коалиций. Вот волонтеры проделывают эту работу бесплатно.
безвозмездно, и они работают в пользу вот очень важных вопросов, которые близки к их сердцам. Это их миссия, и результаты их работы должны получать огласку. Я тут полностью согласен с Анрет. Очень важно, чтобы именно выводы из работы динамических коалиций должны обсуждаться в многосторонней среде. И вот еще, что я хотел добавить, именно что во время многих форумов или саммитов по управлению интернетом, страновых или региональных форумов, там работают волонтеры. Но вот число волонтеров падает, а там может быть связано с пандемией. Но вот это очередной вызов, с которым нам придется справиться в будущем. Да, спасибо огромное. Так что, Татьяна, Марьяна, извините, еще вам слово. Да, огромное спасибо. Я очень рада, что могу участвовать в этой сессии по работе динамических коалиций. Постараюсь очень сжато рассказать о том, что мы можем делать как представители динамических коалиций в сотрудничестве с форумом по управлению интернетом. Так что, да, действительно, хотелось бы просто повторить то, что уже было сказано, а именно, что нам нужны материальные ресурсы, более сильные, а также формальное признание результатов работы динамических коалиций, несмотря на то, насколько их выводы могут оказаться спорными или неоднозначными. Нам хотелось бы, чтобы результаты нашей работы получили формальное признание. Давайте будем помнить о том, что форум управления интернетом – это особая сфера деятельности ООН, и нам бы хотелось, чтобы мы могли быть частью этого процесса. Глаза на всех смотрят сейчас на глобальный юг, и мы говорим о том, что доступ к интернету должен быть более инклюзивным и прозрачным. Но для того, чтобы этого добиться, наша работа должна быть более многопластной, и в частности в рамках динамических коалиций. Я думаю, что агентства ООН могут делать очень много в сотрудничестве с организациями стран-членов. И в завершение хочу поблагодарить динамические коалиции за их прекрасную, фантастическую работу. Это по-настоящему пионерский труд. Я очень рада, что удалось организовать в рамках этого выпуска IGF сессию, посвященную динамическим коалициям и их работе. Да, спасибо огромное. Я получу сигнал, что мы должны уже заканчивать, так что буквально последнее слово, комментарии. Я хочу сказать, что мы должны все время стараться развивать цифровое пространство более устойчивым образом и развивать связи между международными организациями и агентствами ООН. И также я думаю, что мы должны действовать более динамично, потому что эти изменения должны быть введены очень-очень быстро. Огромное спасибо. И передаю микрофон Дженнифер. А я хочу передать слово Джейсону. Я просто хочу поблагодарить всех за их высказывания. Что касается материальной поддержки для динамической коалиции, конечно, мы хотели бы знать, о каком уровне финансирования мы говорим с вами. Если наша дискуссия будет более конкретной, мы, возможно, сможем сделать какие-либо вот конкретные предложения по поддержке. Хочу сказать, что динамические коалиции разработали уже конкретные выводы, и я думаю, что они построили вот очень большую базу знаний. И поэтому я хочу сказать, что в сотрудничестве
с нашим бюро, с секретариатом форума по управлению интернетом, мы могли бы просто установить платформу сотрудничества с предпринимателями, с журналистами, с университетами и задуматься о том, как облегчить доступ к отчетам динамических коллизий, потому что они проделывают огромнейшую прекрасную работу, но не всегда их выводы доступны всем. Я думаю, что динамические коллизии могли бы отвечать также за обучением, они могли бы делиться накопленным опытом с разными отраслями. Спасибо огромное. Сейчас передаю слово господину Вайменкок. Спасибо огромное, Дженнифер. Я хочу также сказать о том, что мы должны как-то больше подключить частный сектор к этой дискуссии. Я имею в виду большие компании, Big Tech и другие. Я думаю, что этот сектор, сектор предпринимательский, технологический сектор мог бы присоединиться к этой работе. И вот то, что сказал Джейсон, новая компетенция, разрабатываемая динамическими коалициями, они могут пригодиться, в частности, в мире науки, в среде журналистов. Я думаю, что тут главный элемент, которого нам не хватает, это частный сектор. И вот этого нам очень не хватает именно в форуме по управлению интернетом. И динамические коалиции в сотрудничестве с ОНТЭД и другими агентствами, он могли бы действительно еще лучше способствовать формированию нового цифрового пространства в будущем, в частности, если речь идет о новом цифровом соглашении. Спасибо большое за все ваши высказывания, за ваш вклад в нашу дискуссию. Спасибо всем, кто с нами в Катовице, кто присоединился к нам онлайн. Спасибо переводчикам и нашим коллегам из техподдержки. Давайте будем помнить о том, что динамические коалиции будут более подробно представлять свою работу во время отдельных сессий IGF. Приглашаю вас заглянуть в нашу программу. Спасибо большое.